Раз, два, три. Всем доброго времени суток. Мы наконец. Это продолжение нашего квеста Майнкрафт. И наконец-то Всем. Мы нашли место, где можно построить нашу маленькую карту. Да, еще чего мы не скажем, где это пока что. Хотя мы уже говорили. Короче, это в. Потому что там остальное придется на воде строиться. Это в мире квестов там по заданию, мы потом как не скинем вам. Ну, по идее, здесь только квест нужно выполнять, да, и нельзя строить, что я фундамент строю. Вот. И там просто по миру прогуляйтесь, и вы найдете просто прямо идти до конца, и все. Вы найдете. Ну там не до конца. Просто идите и найдете себе подходящее место. Вот. Мы наконец сделали, блин, на самом деле это много времени у нас ушло. Было бы печально, если пришлось бы на спавне там остров строить. Это было глупо очень, если честно. Давай все-таки не тут, а где-нибудь по пейзажней. То есть у берега, не знаю, хотя. Где? В лесу или у берега? Давай подальше, пойдешь, сейчас подожди, Можешь у моря? Не хочешь? Когда придется до конца нести поставку, где-то. Ладно, пошли вглубь, тупо. Вглубь. Вот, иди за мной. Погнали. Блин, здание кто-то. Это мы не первые, слышь? Блин, мы не первые проходцы. Да, здесь кто-то поставил, да? К сожалению, если честно, дорогие зрители. Ах, если нас кто-то смотрит. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, если вам нравится. Заранее говорю, ну ладно. Если вы хотите дальше смотреть за нашим летсплеем, подпишитесь на канал. Также у меня есть отдельное видео, там, где я рассказываю про канал. Прокомментируйте, нравятся вам новые плейлисты, игры, летсплеи, какие-то проекты, потому что это реально интересно, как мне дальше развиваться в этом направлении или нет. Но мы отошли от темы, дальше мы играем. Че? Я знаю, это баги. Пошли. Давай только не в снежном мире, мне он напрягает. Какой-то сперма похож, сперматозоиды какие-то. Ну я 18+ поставил, если что, меня не волнует. Ага, кексики. Если что, этот 18+ сперматозоид поставил 18+. Ебать! Да я упал просто. Не, не да, живой. Да еще рано, смысл. О, шахты. Потом можно. Слушай, блин, я не дай бог, это мир квестов, там где только зима, будет тупо. О, свинья, давай, короче, у свиньи пофига далеко идти, потом как-нибудь попутешествуем. Следующий летсплей назови, наверное, путешествие по миру, но это потом будет. Во, рядом с шахтой, зацени. А, я думал, ты реал уже еще раз. Вот, я вот тут обустроюсь. Дорогие зрители, не комментируйте хреново, что я дом сейчас построю, потому что это все-таки демка первая, потому что по-быстрому так, знаете. Блин, у меня дров нет, слышу? Надо топор скрафтить. Короче, ладно, пофиг, мне тоже. Тогда я прокопаю, пойду с шахты. Синей не убиваю, потому что нам пускай размножаются. А, садхом пропиши. Дорогие... Дорогие зрители, дай. Как мне там ангелов? Дорогие зрители, мамонт! Мы такие, дорогие зрители. Слабый, да? Дорогие зрители, мы такие шахты строим. А ты этот сумрак, как всегда, нашел мамонты. ПВП, дорогие зрители. Это будет не постройка дома называться видео все-таки, а ПВЕ. ПВП. Он тебя слил? Зацени, давай вдвоем. Блин, инсюженси. А про и ПВЕ, ПВП открыт. Слышь, инсюженси ПВП открыт. Дорогие зрители, я надеюсь, никто не будет против, что мы убиваем мамонта, потому что это все-таки игра, да плюс он на нас сам напал. Дорогие зрители, мы на него не нападали, он сам на нас напал, честно, клянемся. Но все равно, знаешь, мы за защиту животных. Меня слили. Там много еще? Нет, у него одно сердце осталось. Давай.
Yes, дорогие зрители, мы это сделали. Эй, поделись. Да, вот, у меня есть кирка. Дорогие зрители, мы с Лили Мамонта, на этом конец.